На 7-м километре автодороги Языково-Балышлы-Чишмы 48-летний житель села Языково не справился с управлением. ВАЗ-21061 съехал с проезжей части и уперся в землю. Водитель от полученных травм скончался на месте. Накануне вечером в Стерлитамакском районе 24-летний житель города Стерлитамака за рулем ВАЗ-2112 на прямом участке дороги потерял управление и наехал на опору электропередач. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Причина аварии будет установлена в ходе дальнейшего разбирательства. Водитель маршрутного автобуса, двигаясь прямо по улице Сагита Агиша, по каким-то причинам не смог вовремя остановиться перед поворачивающим легковым автомобилем, в результате чего допустил столкновение. К счастью, удар был не сильным, и иномарка не попала под удар встречных автомобилей. Выезжая с улицы Трамвайной на проспект Октября, водитель легкового автомобиля решил, что может не пропускать машины, двигающиеся по главной дороге. В результате наказал сам себя, совершив столкновение с другим авто. Из-за аварии образовалась большая пробка от Комаровского моста до ГДК. За сутки сотрудниками ГИБДД задержаны 60 нетрезвых водителей. Разыскан один угнанный автомобиль.